Если долго мучиться, что-нибудь получится. Бля, я вот думаю, стоит ли с параллельной объяснять? А тут нету, наверное, практики параллельной парковки. Ну, именно с машинами, чтобы... Не, я думаю, в пизду. Едь просто, блядь. Прямо? В город надо приехать, там параллельную парковку посмотрим. Так, ну все, прямо просто едем. Да она просто назад заехала. Но вы мне орете, что я душнила, блядь. Я не нормально сел. Так а я наоборот, типа, кекаю с этой хуйни. У меня нет понимания, ровно ли мои колеса. Не, меня просто раздражает в практике, типа, чтобы заводиться, бля, пристегиваться, ручник снимать. Каждый раз призывали, ну, да, эта хуйня, это заебало, это душно, мне педали в опу это уехали. Надо не дотягивать. Это что здесь надо? На. Да. Автовозврат руля. Так она, блядь, знает про это, она просто, зачем ты его сама крутишь? У него есть автовозврат? Вот притормози. Вот смотри. Чуть-чуть газка, поддай чуть-чуть. Смотри, руль, видишь, возвращается? Угу. Сам. Вот допустим, вот поехали вперед. Просто едь пока что. Едь побыстрее чуть. Блин, нам бы в город как-то вернуться, блядь. Внесли данную гражданку в черный список ГИБДД РФ. Благодарим вас. Там такое есть? Выбери в карте старый город и автодром. Так, ну-ка давай выход нажимай. Так, территория. Так, старый город, автодром. Имба, назад. Старт. Что, Даш? Это лучше, чем задание игры, правильно? Это ж сложнее, блядь. Все конусы? И что здесь делать надо? Автодром, это что? Заводим, блядь, автомобиль. А я не знаю, куда ехать-то там надо. Заводим автомобиль. Угу. Выезжаем назад. Даша, если долго писать, что я тебя трахну, то я тебя трахну. А вообще я рот ебал этого водилы. Я полчаса так, назад не преувеличение. Вперед? Съебал. Прихожу и тут до сих пор то мойка. Что? Ну, вперед ехать надо. Нам надо вперед и налево. Ага. Давай, поехали. Ой, мы что-то встали тут. Да едь, блядь. Ну ты так медленно рулем крутишь, блядь, что ты все соберешь. Выруливай заранее, заранее надо, блядь, совершать, блядь, все это дело. Вот, едем, смотри, поворотничек включаем, блядь, притормаживай. Все, знак главной дороги. Мы, блядь, по идее, мы что? Бля, пошел нахуй, мы же должны первый проехать, блядь. Хотя все, поехали, поехали. Нам прямо, да? Или нам тут туда? Это въезд в город. Не, мы вот, погоди, а где, куда нам, назад? Назад. А где автодром-то въезд? Вот поехали. Вот тут тормози, сейчас щель будет какая-нибудь. Вот, тормози. Давай, поехали. Поехали, поехали. Он прям... Ух, нормально! Бля, ебать ебаши, тормози нахуй, ебаный, рот, блядь. Норм. Так, поехали. Вон что там на знаке написано? Мойка. Мойки нет. Автодром. О, категории чего? Категории Б. Ве. Категории Ве, нормально. Все, едем на автодром. Let's go. Сейчас где-то должен быть автодром. Змейка там была. Стоп, погоди, а куда, блядь? Чё ты едешь так быстро, я не вижу нихуя. Ну что ты, как вот ты, блядь? Нормально. Он слева. Давай налево, значит, нам, блядь, надо. Блядь, Даш, переключи там. Давай. Где-то слева автодром должен быть. А, вот он, нормально, все, поехали к нему. Всё, давай, сейчас заеду. Так, заедешь и направо поверни. Направо поверни. Тормози. Даш, ну так как мы приехали на автодром, твоя задача поставить машину вот туда. Прям? Задом.
да без проблем. Давай, тут места, блядь, много, никто не мешает. Ну или можешь тут ее рядом поставить, какая разница? Так, сейчас. Только смотри, это типа полицейские машины, там проблема возможна. Только нельзя ударять их. Я на гелике. У меня полиция, значит, свои взять. Ага, понял. Так и напишем, блядь. Что ты делаешь, я блядь? Я пытаюсь. У тебя помочь. Новая машина, блядь. Сейчас ее разъебешь. Не разъебу. Хорошо. Ох, да ну дай, я сейчас разъеблюсь и встану. Вот она сама хочет. Давай подъедем чуть-чуть поближе. И тормози. Вот из такого положения нужно задом заехать на правый карман. Вот видишь машины, тебе нужно за машину заехать. Которая там, типа, вон там? Да, которая вон там. Так. Это еще проще, чем ты, блядь, заезжала. Подожди, надо руль поменять. Она ровно? Колеса у меня ровно стоят? Пусть знает. Ну, ровно. Что теперь надо сделать? Чтобы машина повернула туда, куда нам надо. Так, нам нужно куда? Направо, да? Тут еще проблема в том, что она путает, где лево, где право, блядь. Направо, значит, нужно крутить руль направо. Да. Больше крутить надо его. Качал. Ой. Переключила передачу. Ой, ничего страшного. Я считаю, засчитано, блядь. Пускай кривовато, но засчитано. Похуй, там душить не будем, блядь. Значит так, едем дальше. Выезжаем вперед. Сейчас подожди. Так, а что у нас тут за ипподром? Что тут делать можно? Давай кегли сбивать. Нет, давай, едь вперед. Змейка задним ходом. А не, это ту матч. Где змейка-то, блядь? Змейка задним. Нормально, давай. Сейчас заедем змейкой передом. Я уже поняла, сейчас нормально с передом сделаю. Тормаживай. Тормози. Итак, змейка. Упражнение змейка, знаешь? Игра такая на Nokia была. Ну да, вот то же самое, только на машине надо вместо змеи делать. Объезжать вот эту хуйню. Угу. Я не вижу. Че, куда мне дальше? Туда? Сначала начинаем. Да, вперед. Значит, туда. Давай, туда едем. И заезжаешь заново, вот, блядь, на старт вот этот. Угу. Давай. Но вначале хорошо было очень. Заехала? Все, ну и все, уже сразу накосячило. Да пойдет похуй, едь дальше. Нет. Нет, ну ладно, сама захотела. А мне так сложнее будет. Медленно, блядь, крутишь педали. Ой, педали, руль. Ну, наверное, да. На, держи. Поставил на место. Ой, переключил сейчас. Да и машину поменьше. Да какая нахура, блядь, забей гайку. Боже. Сложно реально, блядь. Это ж так сложно, ебаный в рот. Так, что тут за упражнение еще есть? Ну, тут прямо. Смотри, вот просто я с тобой сейчас буду. Давай, вот заезжаем сейчас налево. Притормаживай. Видишь, блядь, своевременно надо поворачивать, отпускай тормоз.
тормози. Выравниваешь руль. Вот он ровно сейчас стоит. Угу. Давай, поехали. Но не спеша. Блять, ты газку не поддавай, на холостых едь. Все, зафейлили, блять, мы ее, по-моему. Да не, нормально. Не, нормально. Я там вначале только сам. Ну, норм. А я на газ давила. Ну, при газе, да, так ехать надо. Просто ты, блядь, проезжаешь, ты понимаешь, ты нажимаешь на педаль, у тебя машина ускоряется, и ты руль так же медленно крутишь, как будто, ну, она, блядь, не едет. Надо руль быстрее. Дай. Давай назад так же, блядь. Так. Ну, прям отсюда вот сюда выезжай. Чё? А, подожди. Блядь, похуй, делай, как тебе хочется, блядь, просто сделай. Я наоборот хотела проехать. Со стоп. Блять, проезжай, проезжай. Главное проедь, блять. А чё? Тоже прикольно. Чё он на холостых не едет? Не понимаю. Как шо? Надо поставить? Как? О. Чё, блять, драйв включи и тормоз отпусти, ёбаный в рот. Вот она и поедет. Не едет. В натуре не едет, а чё? Сломала машину, всё. Подвеска пизда. О, поехала. Ё? Угу. Ну, чё, рулить будем? Она не едет. Вот. Как гайка пахнет. Ну, приятно как-то. Есть вопрос. Ё-моё, штин-код, ну я... Ты можешь, блядь, руль крутить, нахуй, доворачивать его, блядь, можешь вот доворачивать, блядь, руль, нахуй, доворачивать, блядь, он крутится на 300, сука, сколько он, на 720 градусов он крутится. Ты, блядь, не на полную используешь этот, блядь, вот, поехали, нахуй, ну всё, встань, блядь. Всё, давай, Вов, я сейчас проеду жестко. Не проезжаешь, я сажусь. Да, пока не в тюрьму. Блядь, ебать, юморная, пиздец, давай, заезжай, нахуй. Блять, почему постоянно нейтралка, нахуй, я не пойму. Да так, все. Все, сейчас жестко. Все, блять, проебало уже. Не проебало, смотри, как я круто. Оп, вообще очень круто получается. Нормально, мы едем прям по линии. Вон, смотри, мы прям по колесикам вот так, оп-оп. Оп, смотри. Вова, ну смотри, я идеально даже ничего не сбила. Сбила три конуса, блядь. Нормально все? Ты доволен? Бля, мне похуй вообще, типа. Да ты расстроенный. Да похуй просто, я уж заебался, блядь, ты нихуя не умеешь, блядь. Вов! Ты чё, ради рофлу прикалываешься или что, блядь? Нет! Если я Евротрак запущу, я, блядь, без Евротрака поеду. Вы чё, пацаны? Зачем дезморалишь, блядь? Ну, ребят, ну... Я говорю по факту, понимаете? Конечно, Вов, не умею, я села тут и только 2 часа за рулем максимум. Ты вообще не должна сидеть за рулем, блядь. Начнем с этого. Пока ты нахуй теорию не сдашь. Ты сказала... Ой, блядь, я хочу сразу в город. Вов, ну, сидели бы 2 часа, душнили бы теорию. Бля, можно было бы Алину за руль посадить. Попробуй. Я думаю, она тоже нихуя не сможет, потому что никто не знает, как этот руль крутится, блядь. Это руль фиговый, если... Да, да если... Я бы на неделе сидел, вот, мы бы эту змейку вот так туда-сюда бы. Честно, Вов, бля, это руль... Пиздец. Дай! Я сейчас, блядь, сделаю, знаешь что? Сейчас придумаю задание. Не, Алина сейчас не придет, мужики. Так, надо, блядь, сделать задание. Так вот, нам надо посмотреть, блядь, где здесь в городе, соответственно, есть какие-то задания, блядь, нормальные. Вот, видите, он сам поворачивает. То есть, допустим, условно, выезд, город Змейка. Ты поворачиваешь налево. Вот, смотри, это тебе, кстати. Добавляешь газку, и руль сам возвращается, по идее, видишь? Но не до конца, конечно.
Нормально вернулся руль. Но вообще, типа, в идеальной машине он возвращается моментально. Что бы, блядь, придумать? Какие еще задания есть? Алина говорит, я хочу. Ну выходи тогда, оденься только. Это будет вообще рофл. Я, блядь, даже уйду из кадра, я пойду полежу на диване, блядь, что-нибудь делать. Нихуя придумал. Ну Алина права есть, она сейчас, блядь, будет тоже гайку учить, блядь. Бля, где вот мойка-то, блядь? Надо ж мойку другую найти. Сейчас так и сделаем. Тут мойка где была? Я, блядь, видел знак, это мойка. Змейка, блядь, окей, змейка, автодром категории, блядь, с прицепом. Все здорово. Змейка все там же, блядь. Я ничего не понимаю, где мойка была? Ипподром, автодром. Это что такое? Это, блядь, у нас что-то, блядь, такое серьезное, нахуй. Сцепление с прицепом, блядь, не, это сложно, нахуй. Сцепление с прицепом, это с прицепом не пойдет. В этой районе нет. А где мойка, блядь, вообще находится? Выход. На самом начале вроде. Так, погоди, территория. Нужно, блядь, новый город. Автодром, новый район. Деловой район. Бля, где мойка находится? Карта на М. На МКАДе. На МКАДе, блядь. Где-то вот здесь, видимо, оно, блядь, находится. День космонавтики, блядь, оформление. Похуй. Поехали, блядь. Старый район, автомагистраль. А, бля! Чё ж вы сразу не сказали, блядь, мне? Территория, старый город, автомагистраль. Так, здесь где-то мойка, да? А ты хочешь заехать на мойку и помыться? Я на них... Блядь. Это была не шутка, ну типа, зачем тебе мойка? Потому что там ты не могла парковаться задом, ёбаный в рот. Да, слушайте, это то место. Надо не проебать теперь его. Чё, Алин, будешь рулить? Сейчас я мойку найду только. Кто? Мазелов опять? Блядь, гаечки, бля, вы такое проебали, пацаны, пиздец, надо стрим отматывать вам. Мы 20 минут пытались задом парковаться. Ну как, мы, гаечка. Это было смешно. А куда выезжать, я забыл, блядь. Я не знаю. То ли, блядь, сейчас направо съезд будет, как мы, блядь, ехали туда? Рейд от Арбузного. Рейд от Арбузного. Арбузный корки, блядь. Это кто? Ну, гаечка, главное, знает, кто это. Кто арбузная корка такой? Сейчас, Алин, мы едем до мойки, блядь. Самое сложное задание на сегодня, как известно. Сейчас, блядь. А, это строго? Спасибо, строго. Где мойка, блядь? Ёбаная... Она где-то вот тут должна быть. Автосалон, это не то. А вот та самая мойка любимая Дашина, да? Да, точно. Да. Так, короче. Задача на сегодня, Алин. Упражнение или город? Нет, мы упражнение. Город в упражнении, так скажем... Упражнение в городе. Да. О. Значит, задача заехать вон в тот пит-стоп задом. Это так. Тебе площадку шума отдавала. Разве с четвертого, правда? Ну что, в общем, гаечка тебе объяснит, что делать. Ага. На сегодня... У меня только задняя передача, и все. Ура, женский стрим! Все, можете стримить, я, блядь, буду смотреть. Сейчас.
Короче, тебе нужно заехать на задом в эту дырочку. Какую дырочку? А у меня даже зеркала нет заднего вида. Мойку, вон, ну... Короче, сейчас там, если назад, там мойка будет. А как ты... Вова! А почему зеркала нету? Вот так. А как заднюю передачу включать? А, вот так. Нажми на тормоз. И вот, вот этими штучками... У меня уезжает эта педаль. Да, давай, я буду езжать. Я тоже уезжала. И, короче... Ну, типа, вот это вперед, это назад. Ну, надо только на тормоз нажимать. А задняя это вот это R. А я вижу. А что вперед это драйв. Ты только тормоз отожми. Я отжала уже. А что ты делаешь? А что тебе надо? Что происходит? Блядь. Подожди. Вова, объясни мне, каких ну тебе нужно. Объяснить, я вообще не... Короче, я не понимаю. Короче, надо, ну, чтобы ехать назад, нужно, ну, газ. Ты жмешь на газ? Я жму. Но я не пойму, как переключать. Что переключать? Ну, мы сейчас... Оно не работает. Не должно скрипеть. Я сосал, меня ебать. Можно не ломать мой руль, блядь, который пиздец, сколько денег стоит? Спасибо. Ну, помоги, объясни. Что, блядь, ну, наверное, машина не заведена, блядь, нет? А, кстати, да. Так ты мне даже не сказал. Надо было... Блядь, я ей сказал. Я думала, она заведена. Я не буду участвовать. Помоги. Да все, сейчас разберемся. Ты можешь мне показать кнопки, и я все... Короче, вот те кнопки, которые тебе нужны. Вот это... Алин, смотри, вот это завести машину, вот так подержать, она заведется, только чтобы у нас такая схема. Потом нужно включить вот этот свет ближний. И все, теперь мы можем руль переключить. Нужно его выровнять. Слышь, вот так. И теперь, когда ты можешь сигнализацию, все происходит. Почему? Ой, мне кажется, я что-то сделала. Она не, никто не трогает. А что она как будто в пол вдавлена? Нет? Потому что она с педали полагала. О! Блядь, что, у меня руль сломали? Нет, я... А что это звуком, блядь? Я не знаю. Это там... Это когда... Ох, там педаль просто. Это когда за... Всё. Надо, нужно заехать. Не, вот, Вов, там, бокс. Там с педалью проблема. Окей. Там нет никаких проблем, блядь. По-моему, там педаль вдавлена. Да, там педаль вдавлена. Во. У нас педаль вдавлена. Нет, ты машину заведи. Там педаль. Ты сейчас вот так вот, блядь, как будто это что-то я сделала, да? Ну, я да, вообще ничего не трогала. Кое-что закинул. Я пришла, тут уже так было. Да ты что, мы ездили, да. А ты пришла, мы теперь перестали покажи, ездить. Теперь как переключать перед эти, вперед-назад. Лепестки. Не бывайтесь. Надо на тормоз и лепесток. Тебе на D надо. А, драйв. Драйв это вперед, R это назад. WMN момент блутрее. А как ее завести-то? Она заведена? Вот это, нет. А, ну вообще вроде заведена. Нажми, попробуй вперед. Не-не-не. А, все. Так. Ты сняла? Ну, на пробел нажала. Или нет? Нет. Машина неисправна. Установите стояночный тормоз, заглушите двигатель. Включите аварийную сигнализацию. Остановите стояночный тормоз. Мы стоим, да, установить стояночный тормоз. Вот смотри, вот это... Оно стояночный тормоз или вот как? Да. Ты просто наручник поставь. Стояночный тормоз. Это мы на ручнике сейчас, да, стоим? Вот сейчас на ручнике. Да, Вов, у нас машина сломана. Заглушите двигатель. Нет, глушим двигатель. Так она уже все капут. Нужно ребутнуть машину. Можешь ребутнуть, прожать? Блять, какой пиздец, господи, нахуй, ну. О, прожми. Я сюда хуй сколько ехал, блять. Я
Просто пришла и уже все так было. Да, да. Ох, это ты плохо доехал. Вот, кстати, зеркала были. Производите техническое обслуживание. Спасибо. Спасибо. Ну, а меня вернут на место? Выезжай, иди, и надо задом заехать сюда. Только заедет сначала машину. Поняла? Да. Она едет? Не знаю, может, не надо было нажимать на пробел. Ты рулем там на столе продаешься. В смысле? И дави на него со всей силы. А куда заехать-то надо? Вот ладно, пер... куда же, откуда ты выехал? Да. А, в тот же самый бокс? Да. А как мне правое зеркало, где мне увидеть? Алинка, зачем тебе зеркало? Ты можешь просто заехать? Здесь камера, у тебя есть где выйти. Какая камера? Ну, включи сейчас заднюю. Мне нужно правое зеркало, как и без правого зеркала тогда заеду. Да, включи заднюю, у тебя там на экранчике а, ну, так, написано есть, будет. Есть, вот, и вот, вот это так по этому экранчику. Я ебу. Ну вот я тоже не, потом поняла, как. Ну так. Ага. Угу. Ага. Только главное не зацепи ничего. Зрение, блядь, минус. И сейчас смеюсь. Чё смешного, нахуй? Чё просто смайлики кидает смешные. Чё смешного? Пишут, Алина лучшего выводит. Давай! Чё он мне пишет? У меня съехали педали, держи. Держу. Съехала. Ну, почти. Ну, нормально. Ну, только чуть-чуть там врезала сзади, мне кажется. Похуй. Вов. Не похуй. У меня вообще педали уехали. И что, они плохого танцора? Знаешь, мы ездили нормально. Давай, либо не въебывайся и иди. Я могу еще раз заехать. На равных условиях, без зеркала, давай заезжай нормально, без дамага машин. Ладно. Заезжай нормально. Хорошо. Если дальше будет педалями держать, давай, не давай. Все нормы так? Зачем ты давишь в них? Они прекрасно работают, если слегка нажать. Да я в тапках, они уезжают. Сними тапки. Что там с ручником, нахуй? Самый прикол, там даже что-то нажимает, блядь. Я ничего не делаю. Блять. Ничего не вижу. Че она у нас не едет? Я кажется... хуй знает. А, поехала. Кажется, вперед надо. Не понимаю. Она назад, мне кажется. Алло, у меня раз ты не ехала полтора миллиона. Спасибо большое, я что-то это. Спасибо. Вот, думала, у него уже есть. Вы его сейчас не удивили. Вас тоже дарят, чё? Блядь, опять педали уехали куда-то. Я держу, они вроде не уехали.
чуть-чуть. Вов, вообще идеально. Вов. Вов. Ну да, вижу. Опять во второй раз заедешь? Нет. Тебе Алина поможет. Ладно, давай. Третий раз? Нет, помоги Гарике заехать. Давай. Параллельно вот сюда. Тут проблема в том, что нет правого зеркала, и я училась на механике, я не умею по этой штуке заезжать по камере. Без правого зеркала мне ничего не понятно. Я, может, пофиг. Я заехала и так три раза, просто два единицы. Поехали. Не оценим. А может, проедешь пару километров? Он не проедет, походу. С игра улетела. Запустите заново. Я слишком хороша для этой игры, но... Почему? Вот, все нормально. Алин, да вот ты села, у меня все вылетает, не работает. У нас тоже вылетало, Вов. Не... Ты плохая аура у тебя на технику. У меня бабушка такая. Ей что не подаришь, у нее все ломается. Я думаю, у вас такие же есть родственники. Так, свободное вождение. Мы территорию выбрали, магистраль. Поехали. Заводись. Сейчас будут настоящие шашечки. Ага. Сейчас, блядь. Одной рукой вот так вот буду ехать. Ага. Сейчас. Я раньше педали выезжаю. Где там эти? Где твои очки, Вов? Дай мне очки. Мои очки-то мои очки. Дай мне мои очки. Это мои очки. Да в смысле? Ну не ругайте её. Дочь, мы не ругаемся, не беспокойся. Даш, когда трогаемся с места, включаем левый поворотник обязательно. Чтобы машины видели, что ты... Ага. Еду налево. А что там у меня опять? Там с ручником нет. Наверное, тормоз надо выжать, да, перед переключением? А, да, и переключись на драйв. Заново? Куда ты? Я не вижу без очков! Мне очки нужны. Как вырубить? А что тут за машины вообще конченые? У меня тоже такое. Что это такое? Пиздец. Шел нахуй. Это жизнь. Это нормально вообще? Такое уже на дорогах не существует. Существует. Ну, по МКАДу, когда едешь, там только так. Они специально под колеса бросаются или что? Я не по... Да что это такое? Чел на Жигули просто сядь. Нахуй. Да. У меня опять педали уезжают. Я не держу ничего. Надо педали. Как аварийку включить? Да едь дальше, господи. Да мне нужно педали поправить, они уезжают. Здесь аварийные ситуации включены. Так выруби их! Схуяли, блядь, выруби. Тебя в жизни тоже вырубят, блядь? Ну а чё? Ну в жизни никто под колеса не бросается. Да ты что, расскажешь? Расскажу. Чё, побибикай мне ещё. Это вообще жесть. Охуевший. Я на гелике, ну точнее Алина на гелике, это вообще они не должны... Ну. А скорую типа, она тоже под колеса бросается? А! Тут автобусы под колеса.
господи, бля. Да ну, блин, ну что? Да... Это вообще пошёл. Да? А у меня такого не такого было. Такого в жизни не бывает. У меня было так сильно. И Вову такого не было, это только у тебя почему-то. Конченые. Да просто каждый. Алин, такое в жизни бывает, когда ты быстро едешь, к сожалению. Не бывает. Бывает такое в жизни. Ну, а еще у тебя гигантский тормозной путь у Гелендвагена. А еще я в тапочках. Ну так сними их, блять, в чем проблема? Снимай их и без них ебаши, не будет так у тебя уже. Ну, я тебе это еще минут 5 назад сказал. Едем, едем. Ну, ну хули не тормозят. Похуй. Короче, вот... Сплошная похуй. Опять. Я удивлен вообще. Алина так превышает, едет. Алина. Когда я чуть, знаете, положено 80-81 еду, не гони. Ну о, так это же игра. Вов, не говори такое слово. Оно очень странно. Че? Ничего. Как там сейчас, блядь? Че? Алина, у тебя дядя на Октавии уделал вообще. Че за дела? Ого! А что не тормозит? Что вы мне дали? Это Гелендваген. Гелендваген. Я ебал. Это Ауди. Паша. Ой, я тут ехала. Но я очень долго ехала. Я постоянно сваливалась. Я постоянно педали уезжаю. Блин, на гелике чувствуешь себя, да, уверенно. Кто у нас там дарит сапки? Спасибо, Свиди. Там еще подписал. Все, едем как добропорядочные пенсионеры. Да, вот я тоже так сказала. Я эту игру, короче, на диске еще находил. Она еще не City Car Driving называлась, как 3D инструктор. Все, Алин. Приехали. Приехали вы. Что это было? Похуй, объезжай его, пусть сам разбирается. Блять, Алин, ты можешь, ну, стол, пожалуйста, поберечь чуть-чуть, пожалуйста, я тебя прошу просто. Ну, руль сейчас выпадет просто, зачем ты на него давишь? Я не давлю на него. Съехал. Отребим сейчас, погодите. Короче, пизда рулю, он сейчас отвалится прям на ходу. Он уже отваливается. Ну и сами разбирайтесь. Да что? Алина, да, ничего страшного. А как его закрепить? Люблю, когда дамы работают. Я не понимаю, как это профессионально выглядит. А в какую сторону он зажимается там вообще? Не помню. Ну ты не помнишь. Я не помню, я, блядь, крутил его тут минут 10. Нет, надо его на эту штуку. Что, провода не попали. Что у меня опять не так? Что? А у меня стол уже не такой? Чуть правее надо его, а то сейчас гайки из кадра вообще съебет. Так, это заехало, а это не заехало. Дайте я сделаю, господи. Дайте я сделаю. Встаньте отсюда. Держите его, встаньте. Дайте я сделаю, пожалуйста. Я сейчас сделаю, ты скажешь, что я не этого сделала и вообще. Ты мне его оторвала. Больше я могу сказать.
ты наушники пропустишь. Что страшного? Все окей. Если вот так руль ебашить, естественно, он отлетит. У меня стол ходуном ходит. По камере да, видно. Ну в машине же он. Вряд да, блядь, Олег, сейчас, нет, погоди, тварь. Сейчас привезу сварщика, мне тут стробы поставят, блядь, в пол. Руки должны крепко держать руль. Чем не крепко? Вот, ты должна руль держать, ты не должна на него давить. Вот, держи руль, вот он, пожалуйста. Держи. У тебя ответственная часть, вот, руль. Боже, я всё. Не знала, что тут такая фишкая конструкция. Тяжело как обычно. Все не так, и педали уезжают, и руль, блядь, не держит. Ну мне привыкнуть надо, это ж тебе не Гелендваген. Ничего. Сейчас отбахаем интеграции, блядь, и будет Гелендваген. И купим Гелендваген. И будем выебываться, вон, Янхай мне скинулся, благодарю. Чуть ближе дорога к Гелендвагену, нормально, нормально. Блядь, подписок, где я же, кто я. Ну шо? Как происходит? Я пытаюсь отсюда съебаться. Для того, чтобы съебаться, надо руль влево, чтобы... Я в курсе. Я в курсе, а что не делаешь? Вов, тебе смешно? Я не понимаю. Мастодонт вождения. Это, блядь, вообще адекватная реакция сейчас. Алина, это игра, не беспокойся, ничего страшного. Я не знаю, мне кажется, ты просто сейчас подъебываешь на пустом месте. Да, это стрим. Да. Здесь люди веселятся. Здесь люди веселятся. Представляешь? Тебе смешно, да хуя. Это что такое? Мне чел только что просто со встречки выехал. Арбузер. Ребят, не ломайте мне ебало, пожалуйста. А что это было? Ребенка попало. Я просто прямо ехала, у меня что, колесо сдуло? Сдуло колесо. Или чё? А как мне обратно на магистраль выехать? Чё, я откуда знаю? Ну тут она начнётся, когда я тут живу. Не, ну, наверное, съезд где-то будет. На дорогу в Люберцы. Ну, похоже, блядь. По МКАДу. Дай, обгони его. Ты маршрутка. А вон тут угони. Чел вообще там. И не пускает. Ну ты смотри, едет в свои. Я просто поражаюсь. Этой игры. Блин, было крутить. Не, бимку долго настраивать, я, блядь, не это самое, я туповатый, я не понимаю, как BIM-NG настраивать. Понятно, что там тоже руль есть, и там, блядь, прикольно, можно в следующий раз реально в BIM-NG попробовать изучить вот, её. А как я, на похуй, на гаишника, как понять, кто справа? Вот я вправо, как мне перестроиться, если менять справа зеркало? Ты сначала прямо нормально едь, а потом вправо. Нет, ну смотри, нет зеркала справа, как понять вообще? Ну, ужас теперь, что поделать, я откуда знаю. Ну, это не доработка, а может, это как-то доработка. Можно... Это доработка, здесь все есть, здесь все есть. Мы играем так, без правого зеркала. Ну, ладно. Он сейчас опять меня в колеса кинется, да? Тут вообще в полном комплекте можно VR подкрутить. Ну, здесь педалями в VR, блядь. И там все зеркала вообще работают, что есть. Ага, ты чё, у нас вдруг одна полоса?
Так этот руль тоже с фидбэком, если что, привет. Ctrl правый, говорят, нажми. Даже нажми Ctrl правый. Нихуя. Напиздели, походу, блядь, получается-то, блядь. А что должно было включиться? Наверное... Я как-то включил правое зеркало, по-моему, на F. Телефон достала. На какую-то еще кнопку рядом нажимаю. Может, на все потыкать? Да не, не надо, блядь. Не надо на все тыкать. Ну что, это законченная дорога. А, о, во. А, нихуя. Теперь нормально. Чтобы на следующий стрим подрубил Алинке BeamNG. Да не, ребят, она злая какая-то сейчас. В смысле? Я тут сижу, смеюсь, а злая. Нельзя компьютеру подпускать, агрессия начинается. Маршрут до точки назначения. А куда нам ехать вообще? Он там как? Ты просто едешь, это, блядь, симулятор. Тут нету точки. А мы можем поправиться? Да? Конечно, можешь. А с какой стороны у меня бак? Работает заправка там, блядь, в определенную колонку и правильно. Не был включен поворотник, кошмар. А где у меня бак? Да не важно, где бак, Алин, тут нет таких мелочей. Ты... А как тут чаевые оставить? Может, подожди, у гелика же есть... Как спасибо сказать. Нормально встали. И что дальше? А, в натуре есть, я напиздел, получается. С левой стороны? Да я откуда знаю, я... там нарисовано на приборке, по идее, должно быть. Левой вроде. Хуй знает, не знаю, честно скажу. Приехали. Ну заправились, все. С ПРП, все? ПРП, да, все, выходи. Все. Нет. Нет, а да, все, выходи. Нет. Нет. Не ломай мне столик. Давай, пока. И наушники отдай. Да почему? Я только раскаталась нормально. Верни Алину, видишь? Верни Алину. Если бы ты добрая была, я тебя вернул бы. Я была, это ты первый начал. Ты сказал, что я что-то сломала, хотя я пришла, и уже все было сломано. Чего себе. Ты хотел сказать? Я ничего не говорил. Да? Помогите. Меня держат в заложниках уже 2 года. Ребят, ну это все хуйня. Как девочки ездят, меня полностью не устраивает. Поехали, как мужчина настоящий. Как скажите, девочки лучше ездят. Нихуя, блядь. Вот это да, я понимаю уже, блядь. Дело, блядь. Кто мне ручник въебал? Все, погнали, блядь. Погнали. А, тут конец трассы, нормально, я понял. Сейчас выезжаем. Я ухожу. Ребят, настоящий король за рулем сейчас, блядь. Надо навалить чуть-чуть. Вообще-то Дашу надо учить, а не ты должен. Да Даша научилась уже. Нет. Даша, давай. Давай я Дашу буду учить. Вот, я это предлагал, ты и проигнорировал. Давай, все уже. Нет, тихо. Я уже сел, мне похуй вообще. Я лучше научу. Я сел. Ну не ругай. Женщина, не мешай, я за рулем, блядь. Это я Я постоянно, когда с родителями куда-то ехала, они в машине начинали ругаться, и я сзади просто не ругайтесь. Опа, бля! Все понятно. Момент! Охуй, оф! Парни! Оф! Ох, не доехали! У нас пиздец. Ну, чуть-чуть не доехали. Чё? Чуть-чуть не доехали. Да и похуй, в принципе, мы не доехали.
Надо разобраться, как BeamNG Drive, блядь, сделать. А я не знаю, что это такое. Это симулятор. Там тоже можно, блядь, сделать, по идее, на руле хуярить. Но там с повреждениями, пиздец, какими. Там с деформацией лютой. Я не знаю, там можно от руля как-то сделать? Можно такие, типа, какие-то сценарии проработать. Доклад. ГУ МВД Московской области был замечен. Там сложно, да. Я поэтому и говорю, что это пиздец как сложно. Поэтому я и думаю, блин, ну и нахуй. А нету игр больше с рулем никаких. Кроме как Forza и прочие хуйни. Ну там, ну это ж не симулятор, ничего. Ничего такого. Ничего такого. У меня VR есть. Не хочешь потом на VR залететь? О, хочу, я никогда не пробовала. Ну его надо настраивать тоже, блядь. Ну потом. На фуре. Так, короче, я что хотел сказать. У нас типа уже все, стрим к концу подходит на самом деле. Я ебать охуел от того, что сегодня меня строго зарейдил. А, и надо Гайку в следующий раз позвать сюда на VR. Можно, кстати, будет, знаешь, что сделать? Я свой второй смогу, наверное, приконнектить. Можно будет вдвоем даже бегать. Ой, нифига. Хотя хуй знает, мне что-то слишком впадло его прикручивать, блядь, с датчиками этими ебаными. Можно один, по очереди. Да, но у меня, короче, ж провод есть, я купил себе провод. А, я купил себе провод, вот этот, за десятку, блядь, который стоит. Хуеть. Где он? Вот этот провод десятку стоит. Этот, Кумлинк какой-то там, блядь, этот. Эйрлинк он называется. От Окулуса. И только осталось понять, в какие игры мы будем играть, блядь. Есть симулятор порно. Блядь, такой на Твиче точно мы играть не будем, блядь. Ну вообще есть. У меня есть стриптизерши. Я сейчас покажу. Кому рейд отдадим? Даш, кому мы рейд отдадим? Да, не забудьте фолунс и в телегу обязательно подписаться. Завтра я... Завтра я, наверное, веб мы сделаю. А послезавтра уже завтра подумаем, что на послезавтра будем делать, скорее всего. Посмотрите, блядь, момент, где гаечка парковалась задом. Бля, я вам говорю, ребят, вы не проебете, блядь, настроение. Это просто пиздец. Я так визжал. Просто, блядь, забейте нахуй. Это кто, русский? Чё? Спросил, это русский канал его? Чё, не видно, блядь, по вырезу? Да я не увидел. Ты не видишь, что это русский канал? Хесусу. Старому рейд дать? Вообще-то нет, вообще-то Васе надо рейд дать. Чё я сижу, выбираю, блядь. Меня Васяночек сейчас подрубает, блядь, шоу. Васян, заводи, блядь, быстрее, ждем нахуй. Этот сидит на главной, блядь. Прикинь, чтоб ты знала, у меня главная слетела уже давным-давно. Или погодите, сегодня какой день недели? Пятница. Или я бы есть на главный? Нет, я не про сейчас. Я про... Погоди, я какие дни-то выбирал, ебаный в рот. Вторник, среда... Да, блядь, меня сегодня не должно было быть. Я, по идее, завтра должен быть. Чем завтра сделаем веб мы, пожалуйста, только... Там какая-то девка твой портрет рисует на Детвиче, помогите, заметил. А ну-ка дай ссылку. Сейчас пока Васяна ждем. Дай ссылку мне. Сейчас посмотрим, если она меня рисует реально. Сейчас, Васян, жди. Сейчас девочку, может, скинут. Ссылка. А у тебя в чат ссылку можно кидать? Не, у меня в чат ссылку нельзя кидать. А-а-а. То у меня прошаренный только. А-а-а. Джулия Мельник? Рисую, братишки, на финал. Ну-ка. Ух ты, ебать! Нифига. Все, мой башкарик хочет сказать всем пока. Капец, что прикольно снимает. Прикольно рисует. Здорово, передайте, скажите спасибо. Я все равно рейд отправлю, сейчас высяну. Спасибо за фоллоу, спасибо за фоллоу. Тоже, блядь, отслеживается. Всем здрасте, здрасте. Ну ничего такая, да. Надо попросить его сяна, блядь, у нее посидеть. Я сейчас отдам ему рейд как раз все равно. Может, Васян порейдит перед шоу своим, вот, по приколу. Чё я на этом пишу? На русском пишешь? Ну да. А какой у Васи ник? Раз, два.
Нет, блядь, 3. Нет, ты букву Z пропустил. Она 2. Да, Z пропустил. Все, пацаны, в телегу обязательно. Завтра дам ссылку, блядь, в телегу, куда надо будет актуальные мимасы, блядь, кидать. Я люблю братишкина, блядь. Рисовать, конечно. Да, ебать лалку нахуй. Все, пока, пацаны. Не забудьте фонусы обязательно.